подчеркивается, она раскрывается любым исследователем природы в наше время. С этим, в принципе, согласны социологи, политологи, экономисты, все, кто занимается природой. Они начинают это раскрывать, что невозможно исследовать одну часть природы без другой, невозможно оторвать человека от природы. Мы видим, насколько мы взаимосвязаны и воздействуем. Мы на природу, и природа на нас. И человеческое общество, насколько интегрально начинает проявлять себя. Это глобалистика как наука, она сегодня уже становится общепринятой. Есть факультет в МГУ. Да, это все, конечно, есть. Безусловно. Но проблема заключается в том, что на пути вот к этому интегральному сознанию есть определенные стереотипы, которые достаточно трудно преодолеть. Это стереотипы ментальности. И... Но это уже технические проблемы. Не в том, что я не могу согласиться с этим. Я обязан согласиться, потому что это факт. В первую очередь нам надо представить глобальность, интегральность как факт. И в соответствии с этим поэтому появилась эта наука, глобалистика, которую изучают и в соответствии с которой все действительно взаимосвязано. И тут с этим, так сказать, не поспоришь уже. Значит, есть факт. Все взаимосвязано, все глобально, интегрально. Теперь вопрос о том, как привести все эти знания в массы и дать им не просто знания, а воспитание –